У гэтым годзе Гомельская абласная клінічная бальніца адзначае свой юбілей. Ужо 75 гадоў яе супрацоўнікі клапоцяцца пра здароўе жыхароў Гомельшчыны. Напярэдадні шэраг святочных мерапрыемстваў, прысвечаных гэтай знамінальнай даце, адкрыў конкурс «Містэр абласная клінічная бальніца». Наколькі яркім атрымалася шоу і хто стаў самым стыльным і мужным супрацоўнікам, даведаўся наш корэспандэнт Павел Міхно. Конкурсы прыгажосці для Гомельской областной клінічнай больницы уже звычайная з'ява. Некалькі гадоў супрацоўніцтва правкамы ГКБ и Центра моды прыгажосці «Хрустальная нимфа» подарили коллективу больницы немало ярких шоу. Гэты год особливы, тому организаторы вырашили зрабіць сюрприз и упершыню провести конкурс стылю и мужности «Мистер ГКБ». Вы видите, зал наш полный. Медики с удовольствием приходят вот на подобные мероприятия, чтобы отдохнуть, поддержать своих коллег и получить хорошее настроение в начале весны. Перед початком конкурса у гримерной отчувалось легкое хваливание. Не дивно, бо для захопляльного представления удельники на протягу месяца наведывали разные занятки, где учились правильно трыматься на сцене. Фотосессия, уроки дефиле и хореографии – далеко не все, что выходило у подрыхтовку до конкурсу. Однако сами удельники разумеют, что незалежно от выников, каждый из них отримал корыстный опыт. Я параллельно участвую в двух конкурсах. Первый – это мистер ГКБ, а второй – это мистер Гомельская область. Вот это такая своего рода подготовка. Мне моделинг нравится, нравится эта сфера, как бы были такое, эти люди, зрители симпатии, мне это, ну, такое, знаете, драйв, такая эмоция. За звание мистер ГКБ 2019 змагались 10 конкурсантов из разных структурных подразделений. Судейской комиссии было вельми тяжко вылучить пераможца. Каждый удельник своим выступлением показал, что годны носить звание самого мужного и стыльного. Однако по колькости баллов это звание досталось хирургу Вячеславу Маслянскому. Ён же выиграл приз мистер глядацких симпатий. Гоноровое звание первый и другий вице-мистер отримали отповедно Антон Гербаносенко и Артур Яролян. Сегодня этот конкурс помогает им раскрыть их еще и с другой стороны. Показать, насколько они талантливы, насколько они красивы, насколько они еще уверены. Ну и, в общем, наше дело сделать им праздник. Гэта только первое урочистое мероприемство, якое просвечено 75-годовому юбилею больницы. Идея удалася. Зараз глядачы разумеют, что во установе працуют не только прыгожие супрацовницы, але и таленавитые, харизматичные мужчины. Павел Міхно, Василь Осипцов, телерадиокомпания «Гомель».